Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Дратути. Салам, брат, как делишки? Ты где, в Казахстане? Привет. Салам, Арсен. Здорово. Альбом 20-го. Ждите. Официально мы уже заявили. Сами ждем, не дождемся. А, нифига, красава. Я тебе в директе отпишу, братан, забываю все время. Напишу тебе. Сегодня не спите. Ну, не то чтобы не спите, типа. Просто дожидайтесь кое-какого сюрприза. Не, братан, там, по-моему, без предзаказа же альбом будет. Да, без предзаказа у нас. Так что сегодня в 12 часов не спать. Да, мы в Москве. Не, на финал не планируем. Я бы с удовольствием, конечно, попал, но у меня нету билетов. Интрига, интрига. Конечно, интрига. А вот что будет 12? За Францию, скорее всего. Не скорее всего, а за Францию, да. 100%. Так, кто у нас тут на связи? Давайте прямые эфиры, понеслась. Кто готов побазарить с пандой? Посмотрим. Так. Главное, чтобы всем все было слышно в этот раз. В крайний раз подключался, и меня не было слышно кому-то. Сейчас попробуем подключиться. Энди Панда – это хип-хоп мантра. Ожидание. Айман. Выход альбома 20-го, друзья. Инфа же есть везде уже. Если вы не видели еще. Так, что-то не подключается человечек к нам. Так что отменяем.
Вызвал? Так, подключим еще раз кому-нибудь заявочку. Да что ж это такое? Короче, никто не хочет со мной разговаривать. Так, мы вызвали такси и выезжаем навстречу приключениям. Треков будет 10 на альбоме. Мы скинули уже трек-лист, можете посмотреть официально на всех страницах. Добрый день. Могу сказать одно, что в ближайшее время вас ждет много чего интересного. Такое. Спасибо, спасибо большое, друзья. Очень приятно, что вы ждете. Сегодняшний трек с Мияги? Нет, с Кридом. С Егор Кридом. В МСК пока не планировали концерт. Привет с Буздекистана. Привет. Крым будете? Ладно, друзья, нам надо двигаться. Всем привет, пока. Йоу. Давайте, друзья, еще закачу как-нибудь.